Суббота, вечер, а посетителей на центральном рынке хоть отбавляй. Торговля идет бойко каждый день. И вроде бы все привычно. Выцветшие вывески, узкие проходы, заставленные прилавками, соседство совсем уж не родственных товаров. Не таким должен быть центральный рынок курорта. И руководитель молодой, ему и работать, модернизировать и внедрять современное. Первый заместитель главы Анапы Светлана Яровая возглавила работу комиссии. Осмотрели овощные и фруктовые прилавки, единогласно решив, что кубанская продукция теряется на общем фоне. Местное изобилие надо подавать в более выгодном свете, под специальными вывесками. Разработку дизайна возьмет на себя управление архитектуры. Витрины, холодильные камеры – не просто требование времени. Это закон для предпринимателей. Слушайте, вы своего, вот семью свою рискнете накормить, то, что на жаре провисело целый день? Или вам все равно, что кто-то после этого пострадает? Мы хотим еще один холодильник поставить. Так вы сначала поставьте. Меньше берите пока. Как выяснилось, нет не только холодильника. Документы представить продавец тоже не смогла. Покажите свидетельство о регистрации. А все у него, я вообще... Да, а что, у вас тут ничего нет? Правого потребителя где? Наверное, нет. Понятно. Тогда прекращайте торговать. Скажите вашему работодателю, что необходимо оформить соответствующий документ, и у вас должны быть копии... К цивилизованному облику центральный рынок все-таки придет. Светлана Яровая поручила управлению архитектуры разработать эскизы для торговых палаток. Сегодня они больше похожи на склады с наскоро сбитыми прилавками и старыми навесами. Все, что не потребует больших затрат, руководитель рынка гарантировал сделать в течение 2 недель.